Друзья, всем привет! Сегодня у нас выпуск будет про очередную эпическую карту, которая у меня станет сегодня 8 уровня. И это, ребята, Стражи. Да, настал черед этой карты. Я уже прокачал много эпика на 8 левел. Ну и пришло время прокачать Стражи. Значит, это классная универсальная карта, которая подойдет в разные колоды. Она может заменить банду гоблинов, армию скелетов, там варваров, я не знаю, обычных гоблинов. Но много карт она может заменить и очень реально крутая в дефе. Поэтому 8 уровень очень будет цениться. Я, если честно, пока колоды под себя не подобрал. Я взял первую попавшуюся, не знаю, что получится. Но думаю, что получится мне хоть кого-нибудь-то выиграть. Я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк. Мне будет очень приятно. Ну и напишите в комментариях, какую вы бы следующую эпик-карту хотели бы видеть. Просто вот недавно был палач в магазине. Но я не знаю, стоило было его, ну, в сундуке фортуны фармить или же нет. Напишите, если что-то хотите сильно, я обязательно для вас выпуск запишу и сниму обзор про эту карту. В общем, с вас только лайки, подписка, а с меня контакт. Ну что, пацаны, поехали. 100 тысяч золотом. Блин, конечно, золото расходится, это жесть. Итак, стражики у нас уже 8 уровень. Я сделаю скриншот, потому что, ну, я каждую карту скриншотчу. Так, все, отлично. И вот смотрите, какая у меня уже колода получается. Скоро еще и кладбище будет 5 уровня. Это реально интересно, поэтому подпишитесь и на колокольчик нажмите, чтобы не пропустить этот выпуск, потому что с кладбищем, когда оно будет 8 уровня, я составлю очень много колод. Ну что, пацаны, поехали. Короче, ребята, не пошла у меня вообще эта колода, не заходит, три поединка слил без шансов, даже урона не нанес. Ну не умею я играть с пекой, вот ничего не могу с этим поделать, поэтому взял голема. А с големом я играть, ну не то чтобы умею, но мне с ним нравится хотя бы. Вот такая вот дека. Ну не знаю, поехали. Вот с големом сейчас, я думаю, все пойдет нормально. С пекой и кладбищем, ребят, вообще не мое, честно. Не знаю, как играть. Вот не знаю и все. Поэтому поехали с големом поиграем. Жалко, конечно. Я прям пытался, один поединок слил, думаю, ну ладно, не повезло. Второй поединок слил, думаю, ну блин, ладно, сейчас где-то я затупил. Третий поединок сливаю, думаю, да не, ну камон, ну три поединка слить, это не мое. Это значит что-то не то. Поэтому берем голема и тащим. Смотрите, что у нас там сейчас будет справа. Хогушка. Давайте, темного принца, он будет подольше, чем стражи жить. И он задефает спокойненько. Спокойненько задефает хога. Еще миньончиков там немножко отвлечет. И мы получим не так много урона. Давайте здесь стражи выпустим, чтобы рыцаря уничтожить. И смотрите, он использует торнадо, а мои стражи сейчас должны бить вышку. Отлично, замечательно. Так, ракету выбрасываем срочненько. Что мы убиваем? Двух мушкетеров убиваем, одного не убиваем. Поэтому выбрасываем еще бревно, чтобы меньше урона получить. И пока все ровненько. Да, конечно, урон прошел, но не беда. У нас, в принципе, все карты есть, чтобы дефать это все дерьмо. Потому что у нас есть торнадо, дракончик, бла-бла-бла. И ракета еще, это очень классно. Поэтому я здесь выиграю однозначно. А с пекой не знаю, с пекой бы не выиграл. Как-то у меня не идет с пекой. Так, хотя если бы другую какую-то колоду взял, вот просто может с кладбищем еще, кладбище просто научились люди контрить. Так, поехали, темный принц, пока дракончика сливать не буду. Так, вот здесь сейчас активирую башню, надеюсь рука не соскочит, а то постоянно использует торнадо, вроде бы все правильно его, на правильную клеточку делаю. Ну, область торнадо, да, куда затягивает юнитов. А потом, когда отпускаю палец, у меня вечно он соскальзывает. И в итоге все криво. Как всегда, в общем. Так, ну пока все нормально. Пока все нормально, сейчас бы ракету закинуть. Но мы закинем ракету, не переживайте. Ракета все равно полетит. Полетит слева. Сейчас она полетит уже скоро. Вот она собирается лететь уже. Ага, вот так вот, да, здесь ракета полетела уже, вот она летит, 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 пау, прилетела. Пламенный дракон, конечно, жалко, моего голема уничтожил. Поехали, вот таким вот образом зайдем, не знаю, что там сейчас нам, ну, вроде у него больше нечем контрить. Так, тут у нас, ой-ой-ой, ну вот, о чем я говорил, вроде бы изначально я выставил правильно торнадо, а когда отпускаю палец, просто я когда записываю видео, я на весу держу iPad, и мне, честно, не сильно удобно. О, кстати, друзья, поехали, там трешка, там однозначно трешка, ну, если, конечно, не счет 1-0 будет сейчас. Ну, мы поставим голема, я сомневаюсь, что он, хотя, заберет хогом сейчас, хогом должен забрать, если успеет. Так, не, счет 1-0. Да, мне понравилось, понравилось против трех мушкетеров этой колоды сыграть, но
Я думаю, что не все так будет хорошо против остальных колод. Но опять же, повторюсь, это временные деки. Я на стримах буду подбирать, потому что стражи я использовать буду. Это классная карта. Это реально классная карта. Я либо с хогом ее буду, либо с гигантом придумаю что-нибудь. Ну, в общем, посмотрим, друзья мои. А, так, выбрасываем, короче... Ой, зачем я мегаминьона? У меня ведь торнадо вот появилось. Ну, ладно. В следующий раз активируем главное здание. Так, что у нас тут? Хогушка, да? Так. Давайте дракончика выпустим. У нас сборщика нету, но желательно пока голема не палить. Точнее, он, я думаю, знает, что у меня голем, но пока что не хочу. Ладно, ставим голема. Тут бы как хочу, не хочу, это уже не от меня зависит. Я просто 10 телека, я не люблю вот сидеть и ждать. Так, пошел у нас темный принц. Надеюсь, мушкетер сагрится на темного принца. Ай, блин. Ну ничего, зато выживет темный принц. А, минус вышка. Минус вышка, друзья. Так, ладно. Что у нас может быть сейчас? Орда миньонов. Да, орда миньонов нас может законтрить, но надеюсь, этого не произойдет. Полетело у нас бревно. Выживай, выживай, хотел сказать я своему принцу, но он не выжил. Так, значит, парень с торнадо. Окей. Так, здесь мы выбросим мега миньона. Так, блин, а что еще выбросить? Голема поставим. Поставим голема. Так, надеюсь, мушкетер сагрится туда, куда надо. Отлично. Вот это тоже хорошо. Вот это сделаем вот таким вот образом. Так, бревна у нас сейчас нету. Бревна у нас сейчас нету. Блин, а парень меня заставляет уже нервничать. Я предполагаю, что я могу и не выиграть. Так, пожалуйста, нанеси урон. Хорошо, отлично. Маленький дракончик полетел. Опа, отличная тычка. Так, бревно. Бревно. На трешку, что ли? А, лол. Так, сейчас, короче, будем забрасывать ракетами, друзья. Полетела у нас одна ракета. Полетела у нас одна ракета. И осталось еще одну ракету выбросить. Отлично, друзья, отлично. Так, парень, он не может определиться. Он... На трешку у нас тут идет или не на трешку? Так, я думаю, что торнадо использовать не стоит, не стоит. Лучше поставить голема. Лучше ставить голема нам надо тут. Я думаю, дракончика. Сейчас надо выбросить ракету, потому что если я сейчас буду торнадо всех стягивать, мне не хватит потом на ракету. Все, добиваем его правую башню. И постепенно переходим на левую. Так... Торнадо было лишнее немножко. Так, запускаем темного принца с разгона. Выпускаем бревно. Выпускаем бревно. Так, на голема не хватает. Не хватает, видим, да, парень. Вау, а как? Как он? Жесть. Вот это он, конечно, молодец. Ставим голема. Ставим голема, быстренько до торнадо крутимся. Интересно, что у него по спылам. Так, стоп. Отлично, отлично. Так, дракошку. Не-не-не, сейчас смотрите, как мы сделаем. Давай, выбрасывай что-то, выбрасывай какую-то карту. Ах ты ж, блин, зараза. Подловил. Это я дебил. Так, а ну, может, еще заберем? Ну, нет, это я тупанул, друзья. Давай. Ай, блин, почти забрал. Отличная игра. Это я затупил. Он ждал мушкетера выбросить, чтобы... Поехали еще, я не наигрался. Блин, вот знаете, такое чувство, когда я не согласен просто с поражением. Я не знаю, как это чувство назвать, но неприятно, правда, неприятно. Есть поединки, когда я сливаюсь и думаю, ну окей, слился, значит, так надо. А вот сейчас я не согласен с своим поражением. Я бы хотел, конечно, взять реванш. Отлично. Полвышки нет. Отлично. Ну ладно, ставим, короче, голема. Так. Друзья мои, голему мы подкинем темного принца. Голему мы подкинем темного принца. Блин, вот до сих пор меня мучает, короче, предыдущий поединок, да. То, что осталось 100 хп, там одна тычка, да, по сути. Блин, вот как мне теперь, как мне забыть последний мой поединок, как... Как мне его забыть? Так, смотрите, парень что-то мне много урона нанес. Надо уже
надо что-то решать с ним. Так, тут у нас бревно полетело. Отлично. Надеюсь, торнадо нет. Если есть, это GG. А у него должно быть торнадо. Мортирщики, они все играют почти с торнадо. Так, но дракон, конечно, урона нанесет. Нанесет, но не так много, как противник мне нанес урон. Так, тут используем стражей. Хок, наверное, слева пойдет. Там уже справа не так много здоровья осталось. Будем использовать торнадо. А, мы торнадо уже использовали. Темный принц. Темный принц пошел. Так, давай Хога справа. Ага, Хог слева. Используем торнадо. Используем торнадо. Хогу пока урон не даем нанести. Я думаю, что у него нету фаербола, нету ракеты. Хотя, не знаю, посмотрим еще. Это еще не факт. Так, запускаем мега миньона. Ставим голема. Не успеваю я. Ладно, ставим голема вот здесь. Это минус тавер, друзья мои. Ну, я ему тоже вышку заберу. Бревно запускаем. У меня ракета, я однозначно, ребят, затащу еще. Так, с помощью торнадо всех-всех вот сюда. Вот сюда, поближе. Так, отлично. Ну, в принципе, тут у него сейчас осталось там разный мусор там какой-то. Ну, блин, это изи, сейчас дракончик задефает. Если торнадо нету, GG. Я не понимаю, зачем он дефает ее, если там уже не спасти. Все, переходим теперь, ребятки, с вами на правую сторону. Единственное, что сейчас я немножко протупил. Но он тоже, я думал, он поставит мортиру. Он выбросил хога, это зря, хогом надо было добивать. Пока я вот сейчас туплю, голема выбросил, надо было выбрасывать мортиру ему. Ну ладно, это, в принципе, все формальности. Так, запускаем стражей, да все, в принципе, запускаем. Теперь, вот фаер у него есть, лол. С помощью торнадо всех, короче, подтягиваем. Здесь темного принца используем. Летучие мышки там сколько? Та одна летучая мышь выжила. Блин, а он, короче, прокрутился до рыцаря, да? Так, но голем нанесет много урона. Много урона нанесет голем, это хорошо. Еще забрасываем бревно. И победа, друзья. Победа, да. Ох, теперь я успокоился. Блин. В общем, ребят, надо еще привыкнуть, конечно, к колодам. Просто так сразу нельзя вот взять, поменять колоду и сразу с ней тащить. Прокачка у меня мощная, я спорить с этим не буду. Вот. Ну, собственно говоря, приходите на стримы. Буду сегодня стараться апать 5200. Спасибо, кто посмотрел это видео. Желаю вам удачи, ребят. Подписывайтесь на канал, ждите мои новые ролики. Ну и до новых встреч. Всем пока.